Дубль 2. Всем привет, меня зовут Макс, а я продолжал проходить игру GTA San Andreas на 100%. У нас статистика уже 73,8%. У нас осталась последняя гонка на самолетах и вообще вот под этим флажком. А именно гонка «Адская вертушка». Так, даже не то. Вот она, последняя гонка в этом разделе. Вертушка довольно-таки реально адская, то есть название там отнюдь не случайно. То есть я сейчас уже провалился. То есть я сейчас рекорд мой пока что долетел до, получается, Бакленд-парка. Еще тушка такая неудобная, то есть ты поворачиваешь, она все равно ее в бок как-то клонит. Я не знаю, может, конечно, как-то с FPS-ом залочено, то есть, может, с FPS так работает, потому что у меня 60 FPS стоит. Но я не думаю, потому что это уже зависит от физики самого вертолета, то есть все равно полностью даже с... Опять. Как не пишет, когда он метки не цепляет, хотя рядом с ними прям впритык летит. Не цепляет. Вот у меня больше всего бесит. Господи, так. Да опять ты не зацепился, ну боже мой. Почему ты? Ты же рядом летел. Вот это меня, конечно, бесит тоже. Так, аккуратно. Тут сложно, знаете, просто с вами общаться перед миссией, тут полностью сосредоточена этой гонки. Она просто слишком сложная. Это прям она чуть ли не самая сложная гонка. Вот тут, кстати, еще застрял в предыдущей попытке, вот в этом месте. Сейчас он вроде поменьше, кстати, вырезает. Тут раз я прям много раз вырезался. Сейчас вроде попытка уже получше немного. Вот здесь вот я на деревьях и зацепился, и все. Миссия провалена. На самом деле, вот прохождение GTA San Andreas на 100% местами довольно даже увлекательно, но местами довольно даже и потно. Вот как, например, как раз таки вот в этом случае с этой вертушкой. Ё-моё. Давай, вылетай, пожалуйста. Есть. Еще Хантер, знаете, такой сложно управляемый, я же говорю. Там получается это поворачивается, все равно почему-то как-то в бок все время по инерции как бы ведет. С двумя вертушками, по-моему, таких проблем нет. Я вот не помню. Я же летал на разных вертушках, не только на Хантере. И я помню, что там такого нету. Вообще, вот Хантер вот почему-то так вот работает. Ё-моё. А за что он цепляется там, не пойму, а в деревья что ли? Есть. О, край. Помню, кстати, в GTA 4 с этого края, помню, убивал там. По миссии. Ну, на самом деле там карта, разумеется, совершенно другая, тут не такая, как в Сан-Андреасе. Потому что Сан-Андреас же это не Лидер Сити, тут совсем другие города. Либо GTA 5. Но я думаю, на этой неделе мы, скорее всего, вот это вот GTA не будем проходить, сами второй, да, вот сегодня, кстати, стартанем уже. А там уже как пойдет дело. Может быть. Ну, если я говорю, если с боями этими я не задержусь, то есть если, в принципе, стабильно так проходить, то мне кажется, это тоже 3-4 стрима. Но за как топа буду быстро делать, потому что миссии, я думаю, быстро пройду, с миссиями проблем быть не должно. Я надеюсь. Хотя с учетом того, что я как бы ни разу не проходил вот этой вот, то есть для меня миссии все новые будут почти, то там попробую, там уйти может 4, а то и 5 стримов. Опять-таки, смотри каких. То есть в финале я стрим могу как и по первому дуэлсу тоже длинным сделать. То есть это не принципиально как бы, но все равно. Уже будет по процентам там уже видно. Но я помню, там надо прыжки с парашютом сделать для 100%.
Я, кстати, это помню. Кстати, только, кстати, в этой палате какие-то не есть парашюты, больше нет их нигде. Но я не исключаю, что есть такой мод, который там саму GTA-чирь там это все добавляет. Блин. Прикол сейчас на последних метках взорваться. Ой. Ай-яй-яй-яй, блин. Так ё-мо, он крутится возле этой метки долбанной и не может её зацепить. Видите, что иногда вот нервничаю на этой миссии, но говорю, попробуйте сами пройти эту гонку, ни разу не планируйте, не психанул. Мне кажется, это ни один человек не выдержит. Ну только надо самый терпеливый, но я и не из тех, которые прям терпят до последнего. Ну вроде сейчас это финал, по-моему, гонки, если не ошибаюсь еще, да? Я очень на это надеюсь. Есть! Прошел! Я что-то думал, что вот еще с этим я не ждал, что это последнее. 5.5 минут проходил, пипец. Конечно, жесткая гонка. Все получается, здесь мы гонки прошли абсолютно все. Давайте сразу сделаем сейв. Все, да, это же надо парочку сделаю вот таких вот. Все, ребята, на этом видео я заканчиваю. Так, зачесалось. Так, 74.33%. В следующих видео, наверное, будет с вами проходить сейчас, наверное, вот эти гонки. Вот эти вот. Потом, наверное, пойдем с вами в Сан-Фиера, а потом, наверное, заключающий будет у вас Сантос. Да, я не помню, грузоперевозки, да, я сделал уже. То есть потом пойдем с вами снова по сюжету. Сам из Изопа получается у нас пока только карьер. В общем, ребят, на этом ролик традиционно заканчивается. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока.